мужем ты такая же? Ну, конечно же, нет. У меня были истории, когда, ну, представляешь, я руковожу большой командой. Мне нужно, чтобы все на своем месте делали все хорошо, потому что это моя программа и так далее. И у меня были случаи, когда мы поженились, я прихожу домой и начинаю, ну, указания раздавать. И у меня, помню, сразу же, так, ты там давай со своего коня слазь, иди чай мне сделай. И мне кажется, мы на том сошлись, на мою вот эту всю силу, на мою вот эту вот мощь какую-то личностную, да, на то, что я на все, у меня свое мнение. Он нашел такой подход, и он дал мне возможность быть слабой. Нет ничего важнее для девушки, даже для такой, как я, чтобы был сильный мужчина, который позволяет мне расслабляться.